Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать немножко небольшое видео. Здесь у меня посажены башмачки года 3-4 назад. Просто деленные были вот в горшочках. Так они здесь вот у меня зимуют уже 4 года практически. Здесь, значит, сорта Regina White были посажены. И Regina. Вот это Regina White белая. В этом году они очень крупные получились. Даже улитки их не съели. Листики чистые. Здесь вот вокруг елки. Хосты, он бразер Стефан. Вот. По высоте примерно сантиметров 40-50 они. В горшочках есть по 3, по 4, по 1, по 2 деленки. Вот. И здесь еще есть Regina. Ну, это мой экземпляр. Вот Regina тут, видите, на одном кустике может быть и такого цвета Regina, может быть и бледно вообще розовая. Здесь он, у меня разросся кустик, вот сколько уже тут сталонов, наверное, штук 10. Ну, горшок где-то 6-литровый. Вот, а вот это у меня будет на продажу. Так что кому надо, оставлю ссылочку под видео, пишите ВКонтакте, кому надо, вышлю. Вот все будут в горшочках, очень крупные по размеру, стебли крепкие, Regina White. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.